Всем привет, с вами 5, продолжаем Red Devil May Cry. И вот, видите, у меня новая пушка появилась. И это последняя пушка, которая как лазер у Соника похож. Итак, в прошлой серии мы остановились на сове, которым все уже погибло уже концами. И еще одна информация, что почему, как я взял эту пушку, если мне пришлось все заново проходить игру. Дело в том, что это... Я же покупал аккаунт с игрой. А я играл в Devil May Cry на своем основном аккаунте. И пришлось вот там что-то там сделать. И вот играю вот на купленном аккаунте Devil May Cry. Так что вот будет вот так вот. Ничего страшного. Зато я все-таки включил изи мод. Ой. Так, ну ладно уже, все. Куда нам надо? Вниз. Это что за место? Что-то за место какое-то. Да, вот эта вот лазерная штука, она сильно бьет. На S-ранг может сделать. Я вот на сове вот пробовал, получилось S-ранг сделать. Да и не только. Вот, блин, до свидания. Да, я потратил немного жизни из-за этого, из-за этой совы. Так, быстренько так сделаем. Что это за штуки? А, вспомнил, надо же... Надо же вот сюда вот запрыгнуть. Все вот. Забылся. Так. О. Опять что-то. Штуковина какая-то. И опять что-то будет. А, вот здесь завершилась миссия. Вот, блин. Ладно. Допустим, что я прошел вот эту вот миссию. Все. Да, еще один секретный уровень там прошел там. Так, следующее. Вот это вот. Вот название миссии. Так, ну давайте прокачаемся, что ли. Давайте эту купим. Запросто. Так. И вот это вот. Не знаю, что это такое, но взял. Да, я копил, чтобы разблокировать быстренько там всякие двери, чтобы я пошел дальше. Так. О, сразу. Пополнение жизней. Так, значит, мне нужно уже все. Да, все. Значит, там кто-то меня поджидает наверху. Никто? Ха, прикольно. Значит, мне сюда? Нет. Да, что это там мне дали? Это не то. Вот. Нет. Нет. А, во. Ух ты. И что это? А, я понял, два напряжок. Вот это да. И да, можно как-то заряжать его. И бум. Ну что-то у меня только на боссах или на противниках только вот так не заряжается. Куда мне идти? Миссия. Окей. Что мне надо сделать? По главам прыгать? Что сделать с этими головами? Заткнись ты. Тут можно сделать раз ранг тут, типа. Да ну нафиг, я не... А, понял, куда надо добраться, я сам тогда. Оп.
Да блин, шумно, блин. Их можно убивать, кстати. Да тихо, вы не заткнитесь. Опа, 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 опа. А, там вот эта вот штука. Ну, короче, вот так надо проходить. Опа, забрал. В принципе, я мог читерить с этим, как вот там... Ну, как это называется? Дьявольская штука, короче. Так. Ну, так куда мне идти-то? О, непонятно. А. Тут какие-то двери есть. Двери, которые нифига не открываются. Вот эти. Вот я не знаю, что это такое. Даже не нажимаются они. А может там наверху? Или вот это вот? Нет. Я не знаю. Что за хрень? А, вау, вот эти вот двери. Только вот как к ним подобраться-то? Я не знаю. Миссия выполнена, да-да-да. Короче, надо их уничтожить. Овечка попадает. Вот так вот. Вот опять они ржут. Ну так куда мне идти-то? Ладно. Пробуем сюда. Что за звуки такие странные? Кто тут есть? Какой-то петух, что ли? Нет никакого петуха. О! А, это что? А, это опять какая-то звездочка непонятная. Кто-то крекает. Похоже, если с милой. А, это опять замк пришел. Мог получше нажать. Ну да, не получится. Кто-то шумит. Может на зуб пойти? Нет. Кто тут шумит? Когда это отошел. А может это забить? Нет. Ой, близко. А, вот, где-то здесь. Вот, вот это вот шумит. Даже это не включается. А, это поломанное. О, смотрите, можно было это нажать. А-а-а, понятно. Это что, пушка какая-то, что ли? А, чтобы идеально. Окей. А сейчас пушка будет. Бум. А нафига мы прошли опять замок? Ну ладно. Пришли так пришли, ладно. Пойдемте. Ой, опасно как. Страшно как. Темно. Темно стало. Куда мне надо? Ну, точно не сюда. Странно. О, нашло.
Я нашел, куда идти. И вот это вот нашел. Класс. О, отлично. Еще жестики появились. И да, я знаю, как включить физимод, оказывается. Надо просто проиграть хоть... Ну, например... начальной миссии. Тупить. И что-то будет. Итак, во. Чё, ты сейчас подскачешь, что ли? О. Что? Новый противник? Это что, мышь какая-то? Да, походу она синяя. Она не будет меня атаковать, да? А? Да, то на противник, да. Ну, попал хоть. Где он? Он за мной, что ли, повторяет? Чё за достижение? О, все. Нормально, легкий босс. Хотя это не босс, а противник какой-то. Все, понял. Но это было легко догадаться, что тут надо, куда нажимать. Быстренько так. Вот сюда, ведь, да? Да. Ой! Нате, нате. Нету больше никого. Окей, хорошо. Чё так темно? О, закрыто. А, он ничего не скажет. А то не полетит же. Нет. Значит, мне сюда. Опять эти штуковины. Вот все. Что за страх тут пошел? Мне аж страшно. О! Этих раньше не было. Хм. Окей. Так, ну, наверное, подхожу к правильному пути, потому что эти стоят. Да, тут новая дверь появилась, нифига. О. Понял. А что у нас? Что-то. Не знаю, что это такое. Сюда ничего не надо ставить? Нет. О! А, тут какое-то время. Что-то я должен успеть. А что я должен сделать? Чтобы эти не показались, что ли? Что я должен сделать? Так, а если сейчас... Сейчас. Я выйду. А, я застрял, я не знаю, что делать. Ну, он же показывает. Сюда же мне надо. Вот. Ой. Жижа. Понятно. А, понятно. А что надо сделать?
Ой. Эй, хватит. Он меня это поглощает. А как с ним сражаться-то? Он меня засосал. О, понял. На. А эти вообще не атакуются, жалько. Опа, паук какой-то. А он вообще не атакуется. Куда я попал, блин? О! И чё, куда? Паук. Ну, это легко. А, наверное, не знаю кто. Всё. Это все? О, теперь все, убираюсь. Как с этим сражаться? А, понял. Типа, кого я убиваю? Ай. Он мне сос... Это... Ест. Мою дьявольскую штуку. Почему ты пистокул? Я же не знаю, что делаю. Я вообще что-то делать не знаю, что. Я не знаю, как с ним сражаться. Может, к этим, чтобы он пошел? Что делать-то? О! Во! Что-то вот сделал. Я что, не могу от тебя стрелять, что ли? Я могу тебя лучше стрелять! А! Нет, 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 стой, 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 стой! А как с ним сражаться-то? Я не понимаю, как это что делаю. Опа! Ну все, он поглотил меня полностью. Я лучше полечусь. Это лечение, если что было, оказывается. На! Наконец-то что-то делаю. На! Я понял слабое место. Я не все равно не понял, что делать надо было. На! Да сдохни, давай! Все, наконец-то. Нихера себе.
Ничего не понятно, но очень интересно, как его прошел. Так, а что дальше? Что-то сделал опять. Ладно. Типа, окей, могу вот сейчас сюда. Дорога опять не подчинена, значит, не сюда. Блин, куда мне идти-то? Ой. Короче, я тут могу, кажется, прыгать. Сейчас. А, хотя... Я уже тут пропрыгал. Такс. Так, это не это, может это? О! О! Все, что-то сделал. Ага. Зеркальце, скажи, кто на следующий всех милей? Так, и что это за пути? Давайте сюда пойдем. Йоу, Супер Марио! О, как я буду приходить на других сложностях этого босса. Это трудный. Так, ну все, на этом мы, может быть, закончим. Так. Вот. Одолеть дракона, какого еще дракона? Нифига себе. Так, ну давайте улучшимся хоть что-то. Шторлы. Я не знаю, что выбирать. О, кстати, это возьму. И это. Я вот эту фигоньку возьму. Ну и все. Так, я могу, оказывается, еще выйти. Чтобы пере-пере-пере-пере-пере-пара-бара-бара-бара. А тут у нас что, кстати? А тут у нас другое место. Понятно. Понятно. Значит, вот здесь мы и закончим. Угу. Так, ну вот. Ну, разбьем этот стул. Что-то выпало. Что у них там выпадает? Ладно. Вот здесь закончим. Если понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Давай. Ссылка в Телеграм у меня в описании. С вами был Сёпа. Всем пока.